сегодня, короче, 10 раундов коротких. И они все будут с разным заданием. И каждый раз старайтесь парами меняться. Будут какие-то задания, где вам придется на 2 раунда в одной паре оставить, потому что одно задание будет для одного, потом, ну, соответственно, будут меняться. Сейчас у вас первый раунд. Работайте. Один работает только передней рукой. Руками только сейчас работаю. Второй только задней. По моей команде в этом же раунде вы будете меняться. То есть мы с Даней боксируем. Он передний, да, только левый. Я, соответственно, только правый боксирую. И по моей команде я даю команду, все, меняйтесь. То есть я теперь буду передний, и он, наоборот, задний. Свободно. То есть в голову, в корпус, боковые, апперкоты, неважно. Но один только передний работает, другой только задний. Ясно? Все, приготовились, по парам встали. Задание свободно, то есть я правую ногу могу и лоу, и подбивы, и в корпус, и в голову, прямые могу, но у меня работает только левая рука, правая нога, то есть крест-накрест. Соответственно, вашим партнерам наоборот, задняя рука, передняя нога. Да, комбинировать, то есть ногу ударить, потом еще раз ногу ему. Конечно, все, у тебя есть левая рука, правая нога, ну либо наоборот, либо правая рука. Отсюда моя задача его свалить, его защититься. Но начинаем именно с дистанции. То есть обоюдно чуть раздергиваем, поп, все, и пошли отсюда. Моя задача повалить его, все, его задача защитить, либо там развернуть меня.